Знаете ли вы, что причина болезни не всегда видна невооруженным глазом? Например, слух может ухудшиться, если периодически переедать, а слепота может развиться из-за сахарного диабета. Именно поэтому важно своевременно и эффективно обследовать свой организм. Поддержать здоровье помогут специалисты центра «Медэкспресс». «Медэкспресс» находится в самом центре города, за парком «Приоленд», через дорогу от мединститута. Впервые заходя в центр, восхищаешься его размерами. Десятки кабинетов расположены на двух этажах. В них принимают более 70 врачей и медицинских сестер. Специалисты работают в две смены, поэтому попасть к нужным можно без очередей и в удобное для вас время. Каждый кабинет оборудован по последнему слову техники. Космический корабль напоминает даже привычный кабинет терапевта. Данный аппарат называется пульсоксиметр. Он измеряет сатурацию кислорода в крови и пульс. В настоящий момент ваш пульс равен 71 удар в минуту, сатурация кислорода 98 удар в минуту, что соответствует норме. За 4 секунды измерить температуру тела, за 15 – давление, 20 – на изучение объема легких и еще 30 секунд, чтобы сделать экспресс-электрокардиограмму. Современный прибор помогает терапевту за считанные минуты понять, какие органы у вас работают неправильно, и направить к нужному специалисту. От регистратуры до кабинета кардиолога 10 минут. Вот. Это включая опрос пациента и снятие электрокардиограммы. Потому что иногда больные жалуются на боли за грудиной, на нарушение ритма сердца. И тут, как никогда, нужна экстренная помощь. Специалисты медицинского центра «Медэкспресс» действуют быстро и четко. Так, на приеме у окулиста вам не придется задерживаться надолго. В отличие от классической поликлиники, где на подбор очков уходит от 30 до 60 минут, в центре «Медэкспресс» это займет не больше 3 минут для проверки обоих глаз. Этот аппарат позволяет сразу выявить, сколько диоптрий нужно для ношения очков. Сразу показывают плюсовые и минусовые, потому что очки это разные, чтобы читать и смотреть вдаль. После того, как аппарат определил остроту зрения, врач достает волшебный чемоданчик. В нем находится около 250 стекол, каждый из которых не царапается и не мутнеет. А маленький шаг диоптрия позволяет дополнительно проверить данные аппарата и осуществить первую примерку будущих очков. Чтобы человек мог одеть очки, уже пройтись, посмотреть, чтобы голова не кружилась и было все комфортно. В разы быстрее становится и посещение кабинета отоларинголога. У нашей пациентки врач обнаружил в ушах серные пробки. Раньше уши промывали с помощью шприца «Жанне». Приходилось подогревать специальную жидкость. Процедура занимала от 10 до 15 минут. Мне сейчас на процедуру уходит, 2 минуты. Пациенты бояться перестали? Не то слово перестали, они даже радуются, говорят, что будем приходить только на этот аппарат. Для них это удивительно. Особой гордостью центра «Медэкспресс» является новейший и единственный в своем роде в Рязани аппарат для ультразвуковой диагностики. Благодаря нему врач видит очень четкую картинку исследуемого органа и может максимально точно диагностировать заболевание даже на ранних стадиях. Здесь гораздо более совершенная обработка цифрового сигнала, что это дает более детально посмотреть структуру органа. И мы с вами, в принципе, вот можем видеть на этих замороженных изображениях щитовидной железы. Посмотрите, насколько визуализация каждой детали здесь вот, даже вот просто в сравнении, что может показать ваша камера. Более выражен, более четкая. Зернистость мы более четко прослеживаем. Можем померить каждый фолликул практически. Отличия новой модели от старой видны невооруженным глазом. К тому же новый аппарат обладает дополнительными уникальными функциями. Показывает не только черно-белые изображения, но и цветные. А также позволяет посмотреть орган в различных плоскостях и проекциях, что раньше было невозможно. Почки, щитовидная железа, сердце, печень, суставы. Уже более 3000 пациентов прошли УЗИ-обследование на аппарате премиум-класса. Также можно трехмерное изображение получать. На том аппарате оно, в принципе, тоже было возможно. Но здесь гораздо более четкое изображение. Это тоже нам важно для определения некоторых патологий, таких врожденных патологий органов. Сэкономить время пациента и провести максимально точную диагностику. В медицинском центре «Медэкспресс» вы получаете результаты анализов и снимки рентгена так быстро, что не успеваете покинуть кабинет врача.
Если это флюорография, то вообще просто 10-15 минут. Если, конечно, ему нужны снимки на руки, то нужно подождать, пока мы все это дело распечатаем, потому что мы можем отдать как в цифровом формате, то есть скинуть на флешечку, либо распечатать на цветном принтере. Благодаря передвижной рентген-лаборатории проверить состояние легких и обнаружить первые признаки туберкулеза можно, не выходя из офиса своей компании. Таким образом, медицинские осмотры становятся не просто быстрыми, но и не отвлекают сотрудников от основной работы. Любые анализы, забор крови, забор мазков из зёбы и носа на различные инфекции и посевы, внутримышечные и внутривенные инъекции. Весь комплекс услуг можно быстро получить в медицинском центре. Мне хватает вполне минут 3-5, это максимум для забора, полного забора всех анализов. Как вы сами сейчас наблюдали, прогонка одного, наверное, анализа длится где-то около минуты. А дальше мы уже занимаемся постановкой сои, что занимает час. В течение часа можно выдать полный спектр анализов в лаборатории. Для этого существуют вот аппаратные методы, полуавтоматы. Ну, для этого и созданы наши лаборатории такие, экспресс. Наличие собственной лаборатории позволяет пациентам за один день пройти комплексное обследование всего организма. Ведь врачам не нужно ждать несколько дней для получения анализов, чтобы точно поставить диагноз. Программы бывают разные. Кардиологическая, антиникотиновая программа для мужчин и женщин, урологическая. Сформировать индивидуальную, решающую именно ваши задачи можно еще до похода в центр на сайте medexpress62.ru. Для этого в чате можно оставить заявку, описать свои пожелания, а также согласовать с менеджером удобное для вас время визита и стоимость обследования. Если диагностика выявила серьезные заболевания, то врачи назначают лечение. После осмотра и консультации стоматолога, уролога, гинеколога, кардиолога для пациента разрабатывается индивидуальная программа лечения. В случае, если экспресс-диагностика выявила отклонение в работе сердца или пациент жалуется на давление, тогда доктора медицинского центра проведут обширные исследования. При этом пациенту не придется отвлекаться от работы или домашних дел. Суточный или трехсуточный мониторинг работы сердца можно осуществить с помощью холтера, аппарата, состоящего из электродов, которые крепятся на тело, и базы, где записывается вся информация о сердечном ритме. С помощью программы мы видим ЭКГ за сутки. То есть видны все нарушения, которые были в течение 24 часов. Какие-то блокады, какие-то остановки иногда, да, паузы, экстрасистолия. Вот, в зависимости от того, что мы видим, потом мы назначаем, естественно, специфическое лечение. Также внимательно доктора медицинского центра «Медэкспресс» относятся к постановке диагнозов в других областях, чтобы назначить верное направление для лечения, как в случае с лазеротерапией. Это один из методов физиотерапии, подразумевающий воздействие лазером на определенные участки тела. Передовая технология отличается тем, что не имеет противопоказаний. Ее хорошо переносят как взрослые, так и дети. Во время процедуры нет ощущения тепла или жжения. Лазерное лечение снимает боль, замедляет воспалительные процессы, что актуально для суставов и ортопедических заболеваний. Эффект наступает уже после 2 процедур, которые длятся не более 10 минут. Другим популярным видом лечения является массаж. В первую очередь он воздействует на рецепторы, которые расположены на теле пациента. Массаж активно влияет на мышцы, сосуды и внутренние органы. Если врач назначил вам регулярные уколы и прием таблеток, а вы боитесь, что не сможете сами соблюдать установленный режим, то можете воспользоваться дневным стационаром. Благодаря пристальному вниманию медицинских сестер в их заботливых руках вы быстро поправите свое здоровье. Медицинский центр «Медэкспресс» уникален для Рязани. Передовые технологии здесь сочетаются с высоким профессионализмом врачей. А программа медицинской диагностики позволяет выявить заболевания, в том числе онкологические, уже на первой стадии, когда их еще можно вылечить. «Медэкспресс», улица профессора Никулина, дом 41. Телефон регистратуры очень легко запомнить. 555-333.